Всем привет, дорогие друзья, с вами Юмилия и Леопольд. Я не знаю, как долго он с нами будет, ну, посмотрим. И сегодня особенно пламенные приветики я хочу передать таким своим подписчикам, как Оля Волк, Кирилл Альберг и Вадим Яковлев. И сейчас я бы хотела посмотреть такой видеоролик, как пародия на «Прости меня, Оксимирон» от Никиты Козырева. Так, надеюсь, Леопольд будет сидеть со мной и смотреть. Ну, вы, по-моему, его не видите, да? Он не в кадре. Ну, ничего, вот. Показала вам его, и пусть тут засыпает у меня на коленочках. Все, погнали смотреть. Козырного дня, дорогие друзья. Не так давно у Юрия Хованского, ну как не так давно, в прошлом году, вышел новый клип, который называется «Прости меня, Оксимирон». И несмотря на то, что я в предыдущей пародии на Мистера Фримена сказал, что трилогия пародий закрывается, мимо такого шедевра я пройти, конечно, не могу. А за минус огромное спасибо Jimmy Square Beats, красавчик. Поехали! Геймер Кэш. Начни зарабатывать на играх. Регистрируйся на сайте, выполняй задания, получай кредиты и обменивай их на игровую валюту. Нужно перекрутить рекламу. Это зарабатывать, занимаясь любимым делом. Так вот. Мирон, прости, я и впрямь, видно, что-то попутал. Увлекся этими мечтами всего на минуту. В голову стрельнул успех, и я с чего-то вдруг решил, что искусство — это общий дом для нас всех. Прости, я думал, можно просто начать читать рэп. Никогда не был в таком глубоком заблуждении. Жалкую мультяшку никто не предупредил, что слово «рэпер» должно быть в свидетельстве о рождении. Но и спрости, я был не прав все эти годы. Твоя музыка может не нравиться только лишь уроду. Не напишу я Иордана в своей шапке. Хочешь, приходи и мне разок по роже свистни. Не был на рэп-мьюзик, не благословил Влад Валов. Я не внес в культуру вклад, сделав батл на 20 лямов. Баста может не объявлять награды за наши головы. Мы сами придем и смиренно опустим в пол их. Прости меня, Мирон, я понял. Ой, такие грустняшки прям. Вашу игру, видимо, я был неправ. Не все равно ведем. Чтобы смотреть его ролики, нужны, по-моему, офигенные наушники, чтобы прям полностью насладиться. Делать то, что люблю, то, что я люблю. Мозг вам всем промывать. Эй, ты обыватель, послушай сюда. Ох, не двигай себе. Ты читаешь свой диссер, ручонки трясутся. Вызвал Фримена, а чё не Иисуса? Скоро уже пенсионный возраст. Тебе 45, но внутри подрода. Очнулся поздно, я сам гострайтер. И все мои тексты по Господу. Я люблю рэперский сленг, ведь он звучит так не свежо. Но кувыркаюсь с этой дрянью, будто мы молодожены. Они говорят, Фримен, ты такой. Ну а как еще, братан, ты знаешь? Знаешь, ведь какой я клёвый! Решил посеять семя великого знания. Все кричат, ты сел революцию, создал волейбалом фарш. Ногами на могиле похоронный марш. Мой кавер на укулеле со всей семьей встану в очередь гроба. Да не за тем, чтобы целовать тебя в лобик, а чтоб прошептать тебе прямо на ушко, обыватель. Ты грёбаная чушка. Посмотрите, какой он довольный. Такой вот взгляд как-то прям. Так, дорогие друзья. Немножечко сел у меня голос из-за этого второго куплета. Ну, оно и понятно. Но старался. Хочу сказать спасибо Максу Вега и студии Моделист за то, что помогли мне со звукозаписью и сведением этого трека. У него, кстати, записываются такие рэперы, как Арам. Его работы тоже можете послушать, ссылочка есть в описании. И не забывайте вступать в мой паблик ВКонтакте, потому что там я есть уже эксклюзив, ролики которых нет на YouTube-канале. И обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм, потому что там анонсируются новые работы и есть всякие такие разные классные фоточки. Спасибо нужно за внимание. Будет, кстати, подписаться. Пока. Пока-пока. С меня, конечно же, лайкосик. Если вам понравилось это видео, то можете тоже перейти по ссылке в описании. Там будет написано оригинальный ролик и поставить этому вот ролику Никиты Козырева лайк. Не перестаю говорить о том, что он очень талантливый, и просмотр его видеороликов поднимает вот лично мне настроение. Еще мне понравилось, что Никита заменил некоторые слова этой песни, и она стала более мягкой. Там звучало имя только мистера Фримена, не было никаких хованских ларинных, ну и других матов и обзывательств. В моей группе ВКонтакте сейчас проводится офигенный розыгрыш на игровую гарнитуру, игровую клавиатуру, ну и еще на другие плюшки. Ссылка на розыгрыш будет в описании. Всем пока-пока, большое спасибо за просмотр.